Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чалаха. Эй, шайтан, коробка! В связи с чем у вас такое количество здесь полицейских? Вы что-то ждете? Когда Ельмек и Нарымбаев арестовали, Мадлен Исмаилова, брат Тюрбека, в этот день. И они говорили, что 15 проведем митинг, отдадим заявку в Акимат. Многие заявления относились движение солидарности, что 15 в 11 будет здесь митинг о пенсионной реформе и ЖКХ Борисовского. Вот сегодня я пришел, вижу, детей завели со всего города, как будто им в течение недели времени нет провести это мероприятие. Нужно было именно запараллелить, чтобы не допустить митинга. Это вообще маразм. Это вот чисто джаназонские параллели. Позже там организованно водили на площадь дню этого республики. А здесь вот параллельно к митингу решили детей. Сегодня утром начинается Резада, один из членов инициативной группы «Берге». И из дома забрали рано, 7 часов утра. Но как раз я поступил информацию, что Канагата тоже забрали из дома. Не знаю для чего. Но Мурат Ательбекова, его же закрыли на прошлой неделе, на неделю. Его пригласили в РУВД, что какие-то разъяснительные вопросы возникали во власти. Мы пришли сюда, но отказались 10 числа. Это наше собрание. Разрешения не дали, многие не слышали, но мы это в газетах печатали, что не состоится митинг. Но мы пришли сегодня сюда, что люди, те люди, которые не знали, они придут, но здесь стоят же
возле памятника Ленина людей. Мы разъясняем, что мы как законопослушные население города, мы уважаем закон и разъясняем людям, что разрешение не дали.